Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой пятидневки. Очень надеюсь, что пятничный форс-мажор позволил нам вам все-таки нормально провести эти выходные, собраться с силами, потому что на этой неделе они нам снова понадобятся, поскольку неделя обещает быть не менее интересной, чем прошлая. Хотя, учитывая то, что мы по факту заседания ФРС и Банка Японии не получили то, что хотели услышать и, соответственно, не увидели той динамики, на которую настраивались, может быть, в ходе этой пятидневки нам повезет больше. В частности, чтобы вы прекрасно понимали, поскольку у нас новая неделя, которая предваряет новый месяц, соответственно, мы анализируем с вами, как и всегда, в первую пятницу нового и каждого месяца данные по Non-Farm Payrolls. Это американский рынок труда. И судя по многим последним комментариям представителей ФРС, действительно, рынок труда сейчас является одним из таких путеводных огней, который может пролить в прямом смысле свет на темпы дальнейшего повышения процентных ставок. Мы сейчас с вами по-прежнему фокусируемся на двух предстоящих месяцах, как наиболее вероятных с точки зрения решительности ФРС, это сентябрьское заседание и, разумеется, декабрь. Конечно же, вероятность того, что о повышении процентной ставки мы услышим в следующий раз только в декабре, то есть прямо под самый занавес 2016 года, но все-таки если в ходе предстоящих месяцев, в частности сейчас и в сентябре, мы получим еще один сигнал того, что американский рынок труда восстанавливается, а соответственно вместе с этим параллельно растут и заработные платы, тогда у нас будет достаточный повод и аргумент, чтобы постепенно настраиваться на более жесткую риторику со стороны председателя ФРС Джанет Йеллен, который, собственно, и будет в конечном счете решать, стоит ли повышать процентные ставки и готова ли вообще американская экономика к этому. Напомню, что на прошлой неделе мы с вами фокусировались на двух событиях. Это ФРС и Банк Японии, которые обещали в первом случае дать более конкретные нам указания на то, когда же мы все-таки дождемся вот этого факта изменения и ужесточения монетарной политики, что касается Банка Японии, то у нас была чуть ли не 100% вероятность того, что Банк Японии может наконец-таки порадовать тех трейдеров, которые делают ставку на ослабление японской валюты, и дать нам через фактические решения сигнал того, что этот актив остается аутсайдером. Но, как часто бывает в последнее время, рынок оказался крайне непредсказуем и очень интересным с точки зрения того, что наши предположения оказались неверными. И лучше сказать, даже чрезмерными, потому что мы не услышали ничего интересного, собственно, ни от первого, ни от второго. Сегодня, я напоминаю, в 16:30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы в очередной раз пробежимся по основным событиям прошлой недели, посмотрим, как они повлияли на динамику активов, переключимся на основные релизы, которые у нас впереди в ходе этих торговых пяти дней, и традиционным слайдом с заключительным я обозначу цели на неделю. Если вы пропустили часть брифингов, может быть, даже все на прошлой неделе, ну, все-таки понимаете, что фундаментальный фон, он претерпевает определенные изменения в рамках недель, но этот фон упустили. Я советую вам сегодня подключиться к нам в прямой эфир в 16:30 и прослушать, собственно, материал. Если будут вопросы, я, безусловно, с радостью на них отвечу, как я это делаю всегда. Но если что-то останется недовыясненным, вы всегда знаете, что у нас всегда открытый, в прямом смысле, зеленый свет, старые добрые каналы коммуникации, это форум Markets и канал на YouTube. Поэтому призываю вас к тому, чтобы посещать его регулярно, просматривать обновленный видеоконтент, подписываться на этот канал, чтобы отслеживать все новинки. И, безусловно, ставить ваши лайки, параллельно оставляя комментарии, которые имеют очень большое значение для всех тех, кто, собственно, этот видеоконтент и готовит. Ну а теперь давайте перейдем к нашему традиционному анализу. Начнем мы подведение итогов прошлой торговой сессии, которая, собственно, и закрыла прошлую неделю пятницы, с динамики черного золота. И даже несмотря на то, что мы увидели прострел наверх, который продолжается сейчас, мы допускали, что это может произойти. Я думаю, что это вряд ли может как-то подпортить нам настроение, ну, точнее, тем, кто делает ставку на
ослабление этого инструмента. Клос 43.40, сейчас мы видим то, что бренд торгуется с небольшим повышением, претендуя на то, чтобы протестировать значение 44. Все равно он находится ниже 45, у нас этот рубеж является сейчас мощным сопротивлением. Мы знаем, верим и надеемся, то, что актив выше не двинет и напротив с большей вероятностью даже уважит нас с точки зрения тестирования следующей поддержки, которая находится на отметке $40 за баррель. Почему в пятницу мы увидели восстановление этого актива? Почему в пятницу Brent вместо того, чтобы оказаться ниже 43, смог прибавить несколько, скажем, стоимостных пунктов и, собственно, порадовать тех, кто делал ставку на покупку? Во-первых, у нас пятница, традиционный эффект пятничный, который связан с окончанием трейдинга в рамках всей недели. Если в ходе пятидневки мы видим какое-то выраженное ралли, разумно и логично предполагать, что трейдеры, которые смогли использовать потенциал этого ралли, начинают фиксировать результаты ранее открытых сделок. Это правило, классическая логика трейдинга абсолютно любого актива, рынка Форекс, фондового сектора, производных инструментов, любого инструмента, который демонстрирует и реализует фактически определенный потенциал в ходе всей недели. Мы видели то, что Brent находился под серьезным давлением, трейдеры очень многие неплохо на нем прокатились, на этом самом коррекционном потенциале использовали, получили профит и не захотели, собственно, держать позицию через выходные, и начали фиксировать результат. Поэтому мы увидели нормальный, логичный и абсолютно правильный с учетом такого подхода технический откат. Куда более, возможно, определяющим фактором для нефти стал слабеющий доллар, чья слабость по факту выхода слабых макроэкономических данных, а в них мы еще поговорим, когда переключимся на пару USD-иены, да еще и по факту сильной иены, которая оказала давление на доллар, стала причиной, которую в качестве роста использовали сырьевые инструменты. В принципе, весь риск, который обычно мы интерпретируем, анализируем с точки зрения поведения, в пятницу показал форс-мажорный такой поход наверх. Я допускаю то, что многим он испортил настроение, но я знаю то, что те, кто из вас регулярно смотрит брифинги, контролируйте риски, знаете, что время от времени такое происходит. К сожалению, да, такие тенденции отбрасывают нас от достижения профитных целей, но мы все равно привыкли ждать. Ничего. Мы переживаем такие выпады, потом снова собираемся силами, продолжаем анализировать фундаментальную составляющую и в конечном счете достигаем тех ориентиров, которые являются первоначальными и исходными в наших инвестиционных идеях. Собственно, то же самое будет и сейчас. Да, европейская валюта выросла, да, австралиец подрос, новозеландец, доллар ослаб, японская валюта укрепилась, франк тоже укрепился, но это все равно временное явление. И каждый раз, когда мы будем возвращаться с вами к оценке именно фундаментальной составляющей и будем искать те факторы, которые должны стать определяющими для дальнейшей динамики, вы будете лично со мной убеждаться в том, что действительно оснований для среднедолгосрочного роста сейчас рисковых активов, ну уж точно нет. Вернемся к нефти. Помимо технического фактора, помимо слабого доллара, еще, в принципе, у нас из новостных событий был отчет Baker Hughes по количеству нефтяных платформ. Мы ждали этот релиз, поскольку он для нас в последнее время является очень неплохим сигналом для фундаментальной коррекции, поскольку мы каждый раз, когда видим прирост количества платформ, используем этот фундамент как подтверждение потенциального роста добычи в рамках США. То же самое и сейчас. Количество платформ увеличилось с 371 до 374. Да, это не такой прирост, который мы наблюдали несколько недель назад, когда в качестве тренда у нас количество платформ прибавлялось там по 5, по 7, даже по 10, по 11. Сейчас все равно, несмотря на то, что незначительная цифра прироста, это знак плюса, количество буровых стало больше, значит, мы с вами говорим о том, что вот это восстановительное ралли и возвращение бизнеса прежних производителей, которые покинули сланцевое производство по причине нерентабельности, продолжается. Сейчас, поскольку цены находятся ниже $45, тренд этот, конечно же, несколько замедлится. Я допускаю то, что спустя какое-то время мы снова можем вернуться к коррекции. Но пока об этом говорить не будем. Рынок нам дает возможность использовать этот фундамент в качестве
опять же, обстоятельства и возможности, чтобы объяснить потенциал коллекции, мы это и будем делать. Сегодня бренд растет после выхода очень неплохого отчета по индексу деловой активности в производственном секторе PMI Китая. В частности, отчет не просто показал положительную динамику, он вырос и преодолел планку в 50. Прошлый релиз от индекса Кайкин 48,6, сейчас 50,6. Да, хорошая цифра, которая, в принципе, указывает на то, что сектор снова восстанавливается, но мы сейчас об этом не будем говорить, потому что это первый неплохой отчет за последние несколько месяцев, может быть, даже больше, чем за год. И прежде чем мы с вами вернемся к возможной идее того, что промышленности Китая набирает обороты, мы должны увидеть как минимум три хороших и сильных отчета. Сейчас у нас только один. И что-то подсказывает мне, что уже в следующем месяце мы столь хороших цифр не увидим. И с большей долей вероятности будем снова лицезреть этот индикатор ниже 50. Поэтому в качестве локального фактора, может быть, для нефти этот отчет оказался достаточным для роста. Но то, что он сохранит какое-то среднесрочное влияние, я больше чем уверен, что нет. Поэтому снова возвращаю вас к идее того, что у нас рынок энергоресурсов находится в состоянии перенасыщения. Даже по факту прошлой недели мы больше ставку сделали на то, что резко увеличилось количество запасов не то чтобы нефти даже, а бензина свыше 500 миллионов баррелей. И то, что сейчас спрос оказался по факту гораздо ниже, чем прогнозировалось, в итоге нефтеперерабатывающие заводы, которые набрали очень много сырья, сделали много бензина, сталкиваются с такой ситуацией, что просто негде его сбывать. Поэтому в ближайшее время, в ближайшие месяцы, я уверен, то, что емкости и производственные мощности несколько подзатухнут, потому что нет стимула, собственно, работать заводом на 100%, поскольку даже на ранее произведенные объемы топлива нет соответствующего покупателя. И если не будет наблюдаться повышенного спроса на сырье, значит, мы с вами, вот возможно, уже переломили тот самый тренд летний, поскольку мы входим в заключительные месяцы летнего периода, тренд, который сигнализировал о том, что количество запасов будет неуклонно снижаться. Я думаю, что мы уже находимся в зарождении нового тренда, который планомерно переведет нас в осень и в цикл того, что запасы будут расти из недели в неделю. И это только еще один сигнал того, что рынок энергоресурсов находится в состоянии избыточности, и такое состояние очень далеко от равновесия, поскольку на такое предложение не находится соответствующего спроса. Будем следить за запасами нефти завтра и в среду. Завтра частная оценка API, в среду, соответственно, у нас официальные данные. Но в целом, я думаю, что эти отчеты нас не подведут, они усилят общее впечатление того, что бренд аутсайдер, и позволит нам уже до конца этой недели снова развернуться вниз и, возможно, даже добраться до поддержки $42 за баррель. Российская валюта 66.11. Увидим то, что девальвационное давление сохраняется, оно таковым и будет. Это совершенно очевидно, то, что сейчас корреляция снова набрала приемлемый и оптимальный для нас уровень. Мы можем, даже не глядя на котировки рубля, сейчас следить за нефтью и принимать правильные, взвешенные выводы о том, что рубль находится под таким же параллельным давлением. Мы видели даже 67, но все равно, даже несмотря на такой, казалось бы, высокий уровень, исходя из коротких ожиданий, это все равно еще не предел, потому что рубль будет дальше девальвироваться, и цель у нас 70 рублей против доллара. Что касается пятницы, ставка рефинансирования Центрального банка России 10,5%, как и ранее. Не изменили ее, правильно сделали, поскольку, может быть, в ближайшее время придется снова задуматься о повышении, чтобы остановить давление на индекс потребительских цен. Но это все-таки, скажем, тот самый фон, исходя из последствий, которые мы с вами будем анализировать, но спустя какое-то время. Сейчас мы просто допускаем то, что девальвация может стать причиной прежнего роста индекса потребительских цен, привести к сокращению потребительской активности и усилить показатели
усугубить показатели рецессии, то есть экономического восстановления, которое находится на крайне низких уровнях. Поэтому этот негативный тренд сохраняется, к сожалению, для российской экономики, к сожалению, для бюджета, который сейчас продолжает все-таки находиться в состоянии дефицита. И если не корректировать курс рубля сейчас, это состояние будет только усугубляться, потому что нужно вмешиваться в ситуацию Центральному банку, нужно хотя бы снимать какой-то профит из девальвации, чтобы получить больше за рублевый эквивалент стоимости барреля нефти. То есть это как раз тот же самый посыл, которого мы с вами придерживались. Сейчас он очень очевидно разворачивается. Я думаю, что нам сейчас точно не нужно отказываться от того, что рубль будет оставаться аутсайдером, поэтому мы этого делать не будем. 70 – ближайшая цель. Евро против американца. Сейчас котировки 1.1164. В пятницу мы видели, как риска ролировал, в частности, евро показало повышательную динамику, очень неплохой против доллара. Причины? Ну, может быть, это и резонанс от того, что заседание ФРС не оправдало, опять же, ожидания трейдеров, которые ждали конкретику, но не дождались. Может быть, это и статистика, которая была опубликована по индексу потребительских цен. Но я все-таки думаю, что более определяющим фактором для роста евро выступило укрепление японской валюты. Потому что спрос на защиту в пятницу был совершенно очевиден. Мы видели, как японская иена чуть ли показала не самый лучший результат по укреплению в пятницу. Франк также укреплялся. И любая сделка, которая предполагает повышенный спрос на защиту, то она должна финансироваться за счет другого альтернативного инструмента. Поскольку еврозона по-прежнему характеризуется с одними из самых низких процентных ставок, евро отличается статусом валюты фондирования. Поэтому европейская валюта, может быть, именно от этого в пятницу и выиграла. А вот что касается статистики, здесь, я думаю, у нас есть все основания снова говорить о негативе и, возможно, еще одном факторе для среднесрочного влияние на Европейский центральный банк, чтобы те также уже переходили к более активным действиям и что-то бы скорректировали в плане денежно-кредитной политики. Розничные продажи в Германии просели на минус 0,1% против прошлого роста на 0,7%. ВВП еврозоны 0,3% в квартальном выражении с 0,6% и годовой 1,6 с 1,7. Выходит то, что экономика еврозоны явно растеряла импульс экономического восстановления даже еще до Брекзита. Сейчас влияние Брекзита пока минимально, но оно будет только усиливаться. И помимо того, что даже без Брекзита мы наблюдали снижение темпов экономического восстановления, они в плане коррекции и дальнейшего спада будут только усиливаться. Поэтому я снова призываю вас не забывать про тот очень важный комментарий, который был сделан еще Европейским центральным банком после Брекзита, то, что валютный блок потеряет как минимум 0,5%. И это будет следствием затухания всех ключевых секторов, что непременно должно сказаться на благосостоянии курса национальной валюты. Поэтому даже несмотря на рост, который мы наблюдаем, сейчас мы допускали то, что прострел может быть. Это не причина отказываться от того, что евро остается аутсайдером. Возможно, поддержала европейскую валюту индекс потребительских цен. По еврозоне в годовом выражении он прибавил 0,2%, рост 0,1%. Но не думаю, что этот рост продолжится и дальше, потому что в основу индекса потребительских цен закладываются цены на энергоносители. Да, буквально первые 6 месяцев 2016 года мы видели, как цены на энергоносители росли, что в целом оказало разгоняющий эффект и вот сейчас привело к росту этого индикатора. Но вот уже буквально за неделю с небольшим мы увидели снижение на 20% и при сохранении подобного тренда, в чем я не сомневаюсь, значит весь тот базис, который создавал возможности для роста показателей CPI, уровня инфляции, он уже не является, скажем, тем самым, который будет оказывать разгоняющий эффект. То есть его влияние уже сведено к нулю. Поэтому мы готовимся к тому, что индекс потребительских цен будет и дальше снижаться. И если уж не на показатели ВВП, то на отрицательные значения дефляции
по показателю, соответственно, индекса потребительских цен, ИЦБ точно обратит внимание. И я надеюсь, то, что именно отрицательное значение все-таки заставит Марио Драги вмешаться в ситуацию и запустить новый пакет экономических стимулов. Поэтому сейчас для среднедолгосрочных трейдеров я уверен, то, что вы находитесь в коротких сделках уже давно и продолжаете находиться в них с возможностью добраться до более серьезного профильного ориентира, как минимум на отметке 1.05. Вы все правильно делаете. Для тех, кто испугался вот этого локального бычьего ралли и покинул сейчас расположение евро-доллара, я могу вам предложить просто занять сейчас выжидательную позицию, не торопиться с трейдингом, поскольку возможно то, что ралли может продолжиться до отметки 1.1250, 1.13, может быть, но вероятность этого крайне низка. Лучше сейчас поискать значение для снижения, но для того, чтобы сделать это, нужно получить дополнительную фундаментальную поддержку. Пока ее сейчас на рынке нет. Допускаю, что она может появиться чуть позже. Как только это случится, я лично дам вам конкретный ориентир, который позволит и дальше ставить на ослабление евро. Фунт против американца, пожалуй, главный герой у нас этой недели, поскольку супер четверг у нас впереди, мы с вами ожидаем снижения процентной ставки, и я даже не буду переубеждать вас в том, что мы сможем услышать это решение, поскольку все сейчас сводится к тому, чтобы Банк Англии все-таки оказался первым регулятором, чтобы изменить текущую монетарную политику и адаптировать, собственно, национальную экономику к тем условиям, которые стали спешно меняться после того, как Англия уже оказалась вне Европейского Союза. Мы помним то, что на прошлой неделе у нас против повышения процентной ставки было двое голосующих членов, Вейл и Форбс. Вейл уже изменил свою позицию, поскольку обратил внимание на крайне низкие значения по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг. Остался только Форбс. До четверга у нас будет несколько отчетов, как я говорил, надеюсь, то, что они смогут повлиять на его позицию. Но и все равно один против восьми, один в поле не воин, как говорится. Я думаю, что остальных членов и их убедительной позиции будет достаточно, чтобы объяснить сложившуюся ситуацию и все-таки переубедить и его. Поэтому я надеюсь, то, что в четверг у нас будет единогласное решение, которое будет предполагать как минимум снижение ставки на 0,25%. Хотя есть и версии, связанные с тем, что снижение ставки может составить и 0,4% сразу. И лично мое мнение, наверное, действовать нужно сразу и как можно решительнее, чтобы на корню нейтрализовать все самые негативные последствия, которые начинают потихоньку подниматься и спустя вот время дают о себе знать все очевиднее и очевиднее. Поэтому ждем мягкого экономического подхода, который, разумеется, должен стать причиной давления на фунт. И несмотря на ралли, который мы видели в пятницу, фунт по этому факту может оказаться главной жертвой этой недели и решения Банка Англии. Поэтому не удивлюсь то, что эту неделю мы закроем недалеко от уровня 1.28. Доллар японская иена. Также хочу остановиться на этой валютной паре, поскольку у нас здесь два регулятора, два контрастно-монетарных политик. ФРС, мы о нем говорили уже, в принципе, ничего убедительного так и не услышали в ходе итогов двухдневного заседания. Что касается Банка Японии, и здесь также наши предположения оказались неверны. Банк Японии, несмотря на все обещания расширить программу количественного смягчения на 10 триллионов иен, их не выполнил. И, как и ранее, сохранил выжидательную позицию. Единственное, что мы услышали, будет увеличен до 6 триллионов йен объем покупки ETF. Но это ерунда. Это не снижение процентной ставки и не серьезные качественные и количественные изменения, на которые мы с вами настраивались. Не знаю, почему Банк Японии в этот раз снова решил ничего не менять. Может быть, они уже привыкли к поражениям и, возможно, пытаются посмотреть, что будет с точки зрения ставок дальше со стороны США. И, может, хотят посмотреть на показатели по инфляции. Хотя их комментарий, собственно, в пятницу, который был сделан, это крайне оптимистичное заявление, то, что целевой показатель в 2% Япония сможет достигнуть уже в 2017 году. Непонятно, на чем он сможет достигнуть этого показателя и этого уровня. Учитывая то, что у индикатора CPI в рамках Японии было полгода в рамках 2016 года, чтобы хоть как-то приблизиться к цели из того, что цены на нефть росли, и он этого не сделал. Более того, продолжает находиться на минимальных значениях за нескольких лет. И сейчас, когда цены
цены на нефть у нас идут вниз, Банк Японии прочит очень хорошее будущее для потребительской активности. Я думаю, что это крайняя форма заблуждения. Может быть, осознав это, мы спустя какое-то время услышим про то, что вмешиваться нужно в экономическую ситуацию, нужно стимулировать ее. Поэтому от ослабления японской иены я вас ни в коем случае сейчас призываю не отказываться. Да, просадка уже чрезмерна. Но все-таки давайте поищем возможности для покупки USD-иены, тем более, что у нас в пятницу Non-Farm Perils. Если эти данные не подведут, я думаю, что доллар очень быстро реабилитируется. Соответственно, покажет то самое восстановительное движение, которое нам и нужно. Что касается важных отчетов сегодняшней торговой сессии, пожалуй, из них стоит обратить внимание на статистику по США, в частности, в 16.45 у нас PMI в производственном секторе, в 17.00 ISM, также производственный сектор, кстати, более объективная статистика и более сильное влияние на доллар обычно. И в 17.00 индекс разгона показателей инфляции. Не хочу сейчас загадывать, опять же, загад не бывает богат, тем более, что в последней торговой сессии явно рынок нам это еще раз доказал, но все-таки я оставлю на хорошие цифры и очень надеюсь, то, что на показатели по инфляции повлияют, собственно, и пятничный индекс расходов на личное потребление по США. Если вы не обратили внимания на этот отчет, очень зря, поскольку он имеет очень важное значение. Индекс расходов на личное потребление вырос до 1,9%. Это максимальное значение за последние несколько лет. Хорошее начало для роста общего показателя инфляции, соответственно, для более позитивной динамики в рамках ВВП, которую мы будем наблюдать вот спустя месяц. Прошлый отчет нас, правда, также не вдохновил, поскольку по факту мы видели прирост всего лишь на 1,2% против прошлого на целых 0,8%. Второй квартал получается такой же слабый, как и первый. Но, возможно, цифра еще будет пересмотрена. Поэтому по доллару по-прежнему ждем и ищем сигналы для поддержки, которые будут выступать тем самым необходимым условием, чтобы мы снова вернулись к покупкам пары доллар-японская иена, но сначала нужно дождаться соответствующего фундамента. Кодовое слово на сегодня – форс-мажор, величина бонуса 14%, действует он до следующего брифинга, который состоится уже завтра. Собственно, на этом все. Большое спасибо за внимание и увидимся либо в ходе сегодняшнего вебинара в 16.30, ну, либо уже в ходе брифинга завтра в 9.30. Всего доброго, до свидания.